Привет, привет всем моим друзьям. Это вот томатик у меня балконное чудо. Месяц назад я его сеяла, пропикировала. И вот после пикировки хочу его сейчас вот полить моим укоренителем, который я вот рассказывала в том видео. Вот этот вот я купила вот для петунии, который я еще говорила, что он вот с янтарной кислотой. Вот тут написано, и надо обращать внимание, когда покупаете, вот что было написано, не фокусируется, янтарная кислота. Вот в этом кружочке написано янтарная кислота. Вот, читайте. Вот. Для петунии. Вот. Берем его 1 грамм, 1 миллилитр, он жидкий. Вот, смотрите, вот 1 миллилитр, ровно 1 миллилитр. И вот литровые, литр воды, я его вот так, хоп, сюда. И берем вот корневин, 1 грамм. Вот 1 грамм у нас, вот тоже тут 1 миллилитр написан, это 1 грамм. И этот 1 грамм тоже туда. Вот туда. Давай. Высыпался. Ага, высыпался. Вот. Все, высыпали. Все. А вот у меня тут земля, что ли. И вот так его хорошенько помешиваю. Вот. Помешиваю вот так аккуратненько. Вот. Пускай все размешается. И я пролью мои балконные чудо. Вот они такие красавчики сидят. Но сейчас покажу. Больно-то корневая система еще и не очень развита. Вот не очень развита. Хвалиться нечем. Вот. Через неделю вот еще все-таки сниму я. Покажу, как все-таки после вот этой нашего укоренителя, после укоренителя, как у нас будут расти корни. Вот, сейчас вот беру. Вот у меня тут груша. В обед ей 100 лет, этой груши. Вот набираю я ее, набирается. Вот черный это от этого. Это аспарин так запачкал, и не могу отмыть. Но это не суть дела. И вот так тихонечко сейчас беру и буду проливать. Прямо вот так по краешку. Вот так аккуратненько. Вот. Аккуратненько вот так. Вот растюшки мои. Он как пить хотели. Вот и этот также. Вот. Достаточно. Много не будем. И вот через неделю все-таки результат посмотрим. Я люблю все за всем наблюдать. Хоть и со стажем огородным, как говорится, но все равно наблюдаю, экспериментирую, сажаю, что-то делаю. Вот. Вот смотрите, я замочила перец. Это мой перец, не покупной. Очень сладкий. Это нам. На рынке мы когда торговали, женщина нам, тетя Маша, всех вот так вот, всем дала по перцу, привезли с юга. Такой сладкий, он огромный, он по полкило, у нее один перец. Вот смотрите, вот эксперимент. В один день, 11 числа, вот так вот посеяла в эту емкость, также вот закрывала, вот. Ставила в тепло, на печку ставлю. Вот. И в этот же день ничего нет. Даже не думать проклёвываться. Ничего нет. В этот же день, в один и тот же день, тот же самый перец вот так вот делала в самокрутке. Самокрутка, все знают, что это такое. На пленочку вот так вот бумагу туалетную и вот так вот скручиваем. Вот так скручиваем все аккуратненько. Вот, скрутили, например. Вот, сейчас покажу до конца. Чтобы... И ставлю вот в стаканчик.
Вот так поставила стаканчик. Вот. И накрывают на печку, там, на батарею, к теплу. Вот что хочу сказать. Прихожу к такому выводу, что вот в этой самокрутке всегда-всегда хорошо все укореняется. Всегда. И в том году этот опыт делала, и в этом году. Вот. Томаты тоже так же пробовала. Здесь, ну, конечно, он потом покажет эти свои корешочки, но долго, а здесь быстрее. И, кстати, огурцы, когда я вот огурцы тоже проращиваю, вот этот вот способ самокрутки самый удобный, очень мне нравится. Они даже у меня вот так вырезают огурчики, я потом раскручиваю, немножко прищипываю хвостики и по стаканчикам. Никаких проблем у меня. Вот, на продажу буду вот так вот тоже. У меня уже пишут, доказывают, будет у вас в этом году рассада, не будет у вас в этом году рассада. Живо-здорово будем, будет, конечно. Вот, будем стараться. Какая-никакая доплата к пенсии. Пенсия малюсенькая, буквально. Вот такой эксперимент. Вот. Понравилось вам, если вот этот вот мой способ? Пишите мне комментарии, напишите, ставьте лайки. Спасибо, что смотрите. Спасибо. Очень с уважением к этому отношусь, кто меня смотрит. Пишите все в WhatsApp, но вы уж и напишите мне и здесь, что семена получили. Вот пишет одна, мне, конечно, приятно было очень прочитать в WhatsApp вчера, пишет Надя Талгатовна. Получила от вас вот этот набор. Ой, такой, говорит, набор и хороший, и томаты все хорошие. Но, говорит, семена какого же качества? Все ровненькие, все желтенькие, все чистенькие. Вот я стараюсь для вас, во-первых. Во-вторых, я стараюсь делать все на совесть, чтобы люди оставались довольные. Вот. Кто меня в том году брал, все писали, урожай был отменный. Мало того, ведь семена поставить хорошие. А если какая-то неумеха посадит, да не удобрит землю, то у него, может быть, и не вырастет там ничего, и будет нас гнобить, скажет, вот какие семена. Все-таки зависит, какой уход будет, как будем мы ухаживать. Вот, до свидания всем. Вот. Сегодня у нас суббота, 15 января. Пока, все мои дорогие друзья, пока, милые мои, пока. Всем только здоровья, 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 благополучия, достатки и спокойствия, и душевного спокойствия. Всех целую.